Приветствую на моем канале. Распаковки посылок AliExpress. Открываем посылочку с Китая. Только что пришла свеженькая, горяченькая. Что нам тут прислали интересного? Так, какие-то бумажки. Больше ничего не прислали. Просто простой пакетик. Так, что это бумажка? Серия, номер партии, что ли? Delivery note. Total PC 10-13 USD. Sky Special 1 Meter. Thank you for purchase. Problem. Step 1. Contact seller. Seller. 5 звезд. Окей, посмотрим, что они там. Problem. Чтобы не было проблем, надо присылать нормально. Хорошо упакованный. Хороший товар. Вот и не будет проблем. Так, что ж у нас тут интересно пришло? Я так подозреваю, что должны перчатки. Вроде как, а там нет, что-то другое пришло. Вот, хорошо упаковал 3 упаковочки. Вот, 3 целых упаковки, 0,5 метра. Это по ходу пришли лампы. Светодиодные лампы, да, ML298L13H4. Мне на скутер. Об установке я буду снимать в своем, ну скажем так, плейлисте ремонт и эксплуатация Скорпиона. Вот такие вот, ну скажем так, ничего так, мне качество достаточно неплохое. Никаких торчаний из литья. Так, насчет проверки будем делать позже. Проверку. Вторая. Значит, внешне все вроде бы неплохо. А внутренне мы сейчас будем проверять, что оно там, как там оно. Все. Всем спасибо. Так, вот в старой лампе у нас обычные лампочки. Сейчас я достану. Специально разобрал для этого мопед. Вытаскиваем старые лампы. Еще проблемно вытащить их отсюда. Вот. Таскаем. Это обычная галогенка, которая ни хрена не светит. Так. А здесь устанавливаем эти. О, отлично. Вошла. Так, вошла. Только походу у нас вот так вот. Вот так вот. Должна быть. Да. Вот так вот. Вот. Так, ну что. Попробуем одеть. Вот так вот. Сейчас я еще раз на паузу поставлю. И принесу ключи. Посмотрим, как она работает. Вот. У меня родная лампочка стоит. И галогеновая сейчас. Сейчас мы проверим, как они работают. Галогеновая мерцает. Но светит лучше, конечно. Светит гораздо лучше. Даже видно, поэтому. И дальний, и ближний работает. Ладно. Так, ладненько, будем что-то делать.